Всем привет! На кухне для всех домашние, постные и всякие разные вкусные рецепты мы тут готовим. И сегодня у нас будет начинка для блинов крабовая. Для ее приготовления нам понадобятся крабовые палочки, отварное яичко, зеленый лук, зеленый горошек, сливочное масло, соль, мука и молоко. Мы поставили разогревать сковороду и отправляем сюда сливочное масло, чтобы оно у нас растопилось. В растопленное сливочное масло отправляем муку. И постоянно помешивая, начинаем ее обжаривать сливочным маслом. Чтобы у нас не было комочков, все это разминаем. Помешивать нужно постоянно, иначе у нас она подгорит. Видите, как набухает, интересно. Набухает, растекается. Когда у нас чуть-чуть начала менять цвет, потихонечку вливаем молоко, постоянно помешивая. Вот такой вот у нас должен получиться соус. Такой вот прекрасный соусок. Мы его буквально чуть-чуть присаливаем. Еще раз перемешиваем хорошо. Выключаем и пока убираем в сторону. В это время нарезаем яички. Мелко. И нарезаем тоже мелко наши крабовые палочки. Отправляем наши крабовые палочки к яичкам. Отправляем сюда зеленый горошек. И кольцами по-быстренькому нарезаем зеленый лучок. Берем у нас уже загустевший соус, берем ложечку и перемешиваем. Также добавляем сюда зеленый лучок. И еще раз хорошо все перемешиваем. Можете посмотреть, соус у нас такой достаточно густой и липкий. Он очень хорошо связывает между собой ингредиенты. И это получается такая клейкая масса. Все, мы хорошо перемешали. Берем наш блинчик. Кладем сюда ложечку нашей начинки. Ну и заворачиваем моим любимым рулетиком. Для того, чтобы попробовать. Это очень прикольная начинка. Зеленый лучок, несмотря на то, что его было мало, но он прям сразу дает о себе знать. Зеленый горошек не уступает по вкусу. А яичко с крабовой палочкой весь этот вкус смягчают, делая его нежным. Это вкусно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях. Любите вы такую начинку или нет? Или, быть может, вы ее как-то чуть-чуть по-другому готовите? Крабовую, как вы делаете? И делаете ли вы вообще? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. А на сегодня всем пока. До скорых вам встреч. Будьте счастливы. Живите хорошо, интересно. И всегда улыбайтесь.